Корзины с цветами от руководства муниципалитета ветеранских организаций отправились ко всем памятным местам, в том числе сквер боевой славы и к памятникам погибшим в войнах современности, где десантники часто принимали на себя главный удар и противостояли значительно превосходящим силам противника. 87 лет назад, 2 августа 1930 года, в ходе учений под Воронежем впервые в истории советской российской армии с самолета на парашютах высадились 12 человек. Именно для выполнения тактической задачи. Так появились воздушно-десантные войска как отдельный род войск. Мне нравится надпись у вас при входе в часть. ВДВ не Минздрав предупреждать не будет. Придет и сделает. Поэтому спасибо вам за ваш ратный труд и нам приятно, что у России есть эти войска. Самое главное – это люди мужественной и героической профессии, которые находят всегда первыми. Первыми выбрасываются в тыл врага. И это мы видим в истории нашего государства. Я хотел бы сегодня отметить, особую благодарность выразить ветеранам, десантникам, которые прошли не единожды все горячие точки. И сегодня они находятся в строю вместе с вами, занимаются патриотической работой, наставничеством. Это те люди, которые посвятили свою жизнь служению нашей Родине.